Всем доброго дня. Всем, кто смотрит это видео, доброго дня. Есть какие-то новости? То есть новости то, что перед вами лежит, есть новости то, что перед вами не лежит. Давайте по порядку все расскажу. Ну, начну, наверное, с того, что было прежде, чем появились вот эти вот клиночки. А это была работа над восстановлением изготовления фреймбеков. Но эта работа, то есть до сих пор продолжается, и она еще не закончена, потому что я уже почти два десятка лет не производил, и то есть все потеряно. Вот, ну, все приспособы, все вот эти вот станки там прочее. И поэтому заново все это закупаю, возобновляю, налаживаю. Наладка идет медленно, потому что требуется очень много средств. То есть, вот, хотел красот навести тут всяких разных, там вставки такие вот здесь вот из, как его там, ну, вот из этого, кап клена стабилизированного. Хотел вот таких вот вставочек навтыкать в эрлы. Не получилось. Два точно ушло в брак клинка. Заготовки, в смысле. Ну, ничего. Пробьемся. И в итоге все пока еще опять вот в закупочном, наладочном состоянии. И обещать не могу в ближайшее время что-то вам выдать. То, что у меня тут получалось, не очень. Подарил одному человеку все, что получилось, не очень. Вот, отправил почтой. И тут все опять с нуля начинаю. А тем самым временем у меня пришел микрозаказ на два клина. Вот из такой вот модельки. 100% клина. Поэтому завел 5 штук. Два уже произвел, два уже вот, то есть сдал заказчику, и 3 остается для сайта. Это 100% клины, таких еще нет на сайте, почему я и начал производить только из-за этого, иначе бы я не взялся. Не допротерто, сразу говорю, но руки тут надо еще начисто мыть. Давайте так поближе покажем. Вся. Это 100% клины. То есть они уже острые, их уже опасно. Ну, как уже их давно, в принципе, с самого начала уже опасно в руках держать, особенно обрабатывать как-то. Потому что они уже острые. Вот. Ну и тут, естественно, я не знаю, как протирать тут. Сразу залапывать начинаю. Вот. Это 8, это сталь вот этого 8. Пакет 24 штуки. Это, как известно, уже клеймо. Треск словится. На каком расстоянии, да. Вот на бушке. Вот уже чувствую его остроту на ладони. А бушок закругленный. У всех закругленный. У данного клиночка вот этот вот колосок фирменный. С торца. Это вот так вот выглядит насечка. Но насечка могла бы быть, конечно, поаккуратней. Но у меня зрение подсело в последнее время. Вблизи стал хуже видеть. Поэтому все хуже и хуже. Так. То, что он острый, я не знаю, как вам это доказать. Ну, не знаю. Давайте вот так вот возьмем. Вот так вот, к примеру. Вот. Тряпушку разрезал. То есть на данный момент он уже настолько острый, не переживайте, он не отколется, не покрошится, ничего не будет. Вот. Просто тут еще заусенчик есть, и этот заусенчик, он не дает вот этой супер остроты, пока он не отпадет. Сейчас его премью прокатить, и этот заусенец отвалится, и тогда уже в руки особо его не возьмешь. Вот. Ну и в принципе вот это все то же самое, только единственное, что они показал там насечку вот с этой стороны. Единственное, что отличается от верхней насечки или ее отсутствием. Вот такие вот клинышки. Давно не было 100%. Причем таких вот именно миниатюрных. Это
5 восьмых с плюсом, в принципе, если так считать. Такая зацепится штука, не знаю, нужна она будет кому или нет. Кто вот так вот бреется, тому нужна. Вот, с клинами полностью все. То есть их осталось только заточить. Но они уже заточены, я объяснил. Но раньше я уже как говорил, то есть, что заточка это такое дело. То есть можно ставить вот так. Сейчас просто по времени пробежаться, и она будет отлично брить. Просто отлично будет брить. А если я ее еще заточу, то там вот эта гридность, она на кромке появится такая микрокромка, и гридность уменьшится, то есть в размере. Нет, как сказать, гридность увеличится. Шероховатость уменьшится, вот правильно сказать. И за счет этого будет еще там шикарное бритье, мягкое бритье и так далее. Вот, такой же, та же моделька. Все, 100% клин. Я их сначала фрезернул, они были толще вообще в заготовке. Толщина была неподходящая для 100% клина. Поэтому сначала фрезернул по толщине с обоих сторон. Убрал вот эти вот еще следы ковки. Многим не нравятся следы ковки. Кому-то нравится. Тут опять же на вкус и цвет фломастеры-то они разные. И вот сейчас буду готовить какие-нибудь оправы. Пока еще даже не думал об этом. Скорее всего акрил. Скорее всего акрил. Проще, быстрее, дешевле. Вот. Ну, не знаю, может быть, как-то прострелит, и я что-то соберу такое, более такое шикарное и более таком подарочном исполнении. Это вот по клинам, по 100%. Да, близится то время, но это еще как близится, еще недели почти, ну, полторы где-то придет заказишка, вот, со стороны. Ну, не из России, поэтому вот с ним еще позависаю как-то маленько, чтобы на ноги встать. Иначе я тут бросаться уже начинал, то есть опять к ножевщикам тут присасывался, как говорится. Там маленько денежку рубил, тут рубил, сюда бегал, сюда рубил. То есть как-то надо делать что-то, производить и получать еще за это деньги, умудряться, чтобы вот этот момент продвигать. Даже уже примерно накатанные какие-то моменты, даже, к примеру, 100% клин, чтобы его продвигать, опять нужны всегда постоянно деньги. Вот такое уж вот оно дело. Вот так вот. А, да, недавно посмотрел видео Игоря из Нефтеюганска. Если вам интересно, я ссылочку туда снизу оставлю. Брился вот новой заточкой, которая мне очень даже зашла. Очень даже зашла. Хотя первое бритье, я уже говорил, было просто крайне агрессивное. Я был крайне расстроен. Но это расстройство продолжалось всего лишь до следующего бритья, дня через два. Я опять взял ее в руки, по ремешку катанул, и вот тут она показала свою прелесть. Вот эта заточка. Прелесть вот именно во всем. Там и усиленная кромка, там и такая заточка, которую волос просто вот при малейшем касании легком просто отпадает без всяких там напрягов. Ну и самое главное, что она бреет легко, чисто и мягко. Любая бритва с такой заточкой. Поэтому вот, можете посмотреть. Я обязательно ссылочку стараюсь прям не забыть под видео в описании вставить. Смотрите, то есть как, что, как вам этот момент. Вот. На еще какое-то будущее я ничего пока не скажу, потому что надо вот с тем, что начал, завершить, то есть работы. Потом вот этот заказ еще надо сделать будет и так далее, и так далее. Я не знаю, буду ли я вас еще в ближайшее время радовать какими-то новостями. Но вот, конечно, обзор, потому что обзор-то мы забахаем по-любому уже готовых, заточенных бритвушек вот этих вот. Вот единственное, пока осталось вот из чего сделать оправу и решить. Вот так. На этом новости у меня все. Вот, чисто которые по бритвам. И спасибо за внимание. Увидимся на обзоре. Пока.